Теперь владельцам квартир придется платить на несколько сотен или даже тысяч рублей больше ежемесячно. В июле стоимость услуг ЖКХ вырастает по всей России. При этом размер тарифов во всех регионах будет значительно отличаться. А как обстоят дела со стоимостью коммунальных услуг в Тверской области, выясняла наша съемочная группа. Ожидаемый рост цен за жилищно-коммунальные услуги в России составит от 3,2 до 6,5% в зависимости от региона. В Тверской области тарифы проиндексируют по нижней планке на 3,4%. Но не стоит забывать, что государство может предоставить отдельным категориям граждан льготы и скидки в размере от 50 до 100%. Такой приятный бонус имеют пенсионеры, инвалиды, ветераны, многодетные семьи и иные категории граждан. Так что кто-то и не заметит разницы, а для кого-то рост цен ощутимо ударит по карману. Наша съемочная группа решила поинтересоваться у тверичан, насколько существенны коммунальные платежи для их семейного бюджета. У меня уходит около 2000 максимум зимой, а так где-то 1000-1500 летом. У меня около 500 рублей уходит, но у меня бойлер в квартире стоит и горячей воды нету. Воду экономим, все экономим. Зубы чистим, выключил, начистил, пустил водичку. Мы разбираемся в этом, в тарифах, там, в объеме потребляемых услуг. Поэтому мы считаем, что начисленная плата, вот, по крайней мере, с тем же ЖКХ мы работаем, с разными снабжающими организациями, цены нормальные и справедливые. Ну, процентов, наверное, 6 где-нибудь. Я так поменьше. Ну что, я буду каждую каплю воды считать или еще чего-нибудь? Нет, я не экономлю. Как отмечают жители Верхневолжья, расценки для физических лиц на коммунальные услуги в целом справедливые и посильные. Но это не повод забывать про экономию, например, электроэнергии или воды. Если сравнивать нынешнюю стоимость услуг ЖКХ в Тверской области с другими регионами, можно уверенно сказать, что наша область держит золотую середину. Минимальное подорожание услуг ожидается в Свердловской области, а наиболее высокими показателями отличаются Москва, Дагестан. Там тарифы вырастут на 6%, а в Крыму и Санкт-Петербурге и того выше. Грядущего никак не избежать, ведь повлиять на рост цен на жилищно-коммунальные услуги невозможно. Но, как вариант, можно использовать энергосберегающие лампочки, приобрести энергосберегающую технику или просто оплачивать жилищно-коммунальные услуги при помощи карты с кэшбэком.